Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсудить с Евросоюзом продление срока гражданской наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном еще на два года. Наши отношения с ЕС очень активные. Хорошо, что не мы, а именно ЕС констатирует, что с Арменией связи никогда не были так глубоки и крепки. Надеюсь, что в ближайшее время будут приняты решения, которые подтвердят это еще раз. Например, в сфере безопасности мы готовы обсудить с ЕС продление срока гражданской наблюдательной миссии на границе с Азербайджаном еще на два года, сказал Пашинян в ходе пресс-конференции. Как ранее заявил Пашинян, армянская сторона уведомила Кремль, что более не нуждается в услугах российских пограничников в ереванском аэропорту ⁇ Звартноц ⁇